ребята, меня зовут Ирина, и сегодня я снова снимаю влог. Я скажу вам честно, я не смотрела больше ни одного видео, которое я снимала. Вот. Сегодня я уже третий день в Адлере. Да. И мы сегодня едем в Сочи. Вот. И я уже оделась, я косички, колосок, если я не ошибаюсь. Похоже на кости, да? Ну, в общем, я в косичке, если вам было видно. Также я вот в такой вот кофте, в футболке удлиненная. И в леггинсах своих. Здесь вам все было видно. Мне еще надо было сегодня вечером перекинуть все видео с телефона. Там кто-то на меня смотрит. Вот. И... В общем-то, если вам интересно, то оставайтесь со мной, сегодня мы едем в Сочи, я не помню, говорил я или нет, но, короче, мы едем, встретимся, наверное, когда мы будем выходить, или, ну, короче, встретимся чуть позже. Привет! Позже, но на самом деле не прошло даже минут, как я опять начала снимать. Сейчас я на балконе, у нас балкончик. Сейчас мы ждем, пока мама оденется, накрасится. Вот. И мы поедем. Мама же не может у меня. Мне надо накрасить, то я некрасивая. Вот. Я сейчас, наверное, буду перекидывать видео, потому что мне все равно нечего делать. Вот. И у меня даже есть влог из океанариума. Но насчет океанариума, наверное, будет отдельное видео. Наверное, во влог я то не запишу. Вот. Ну, короче, встретимся чуть позже. И я переоделась, потому что мы пойдем в горы, и я просуммировала бы в той одежде. Надела такую футболочку, джинсики и сейчас я вам покажу, что в моей сумочке в Сочи. И сейчас я вам покажу, что возьму с собой в сумочке. Первое одеяло я, конечно, с собой возьму, это, конечно, сама сумка. Логика. Я ее здесь купила, она вообще очень классная, у меня много всего помещается, хоть она и маленькая. Первое, конечно же, возьму ручку. Там что-то надо будет записать, какие-то остановки или еще что-то. На лоб, понятное дело, записывать я не буду, поэтому возьму с собой блокнотик. Обычный блокнот, я его не показывала. Вот для этого я его специально-то и взяла. Ну, так что я в нем еще рисовала. Следующее это билет океанариума. Сочи Discovery World. Аквариум. Билет просто лежится. Я его таскать не буду. Также возьму кошелечек, который на половину уже получится. Сейчас я вам даже покажу, сколько будет денег. Две секунды. Да. Вот в нем сколько денег. Круто, да? Да ладно, следующий это мой шарный телефон, без него никак. На него я просто делаю селфи или снимаю видео, когда не могу снять дома, потому что... И все, сумочка пустая, также возьму с собой селфи-палочку мою и свой желтый телефон, на который сейчас снимаю. Мы уже почти собрались и скоро будем выходить. Так.
такие вот делишки. Ура, балкон освободился. Я пошла на балкон. Я думаю, нужно тебе брать, не брать, потому что нам до Сочи долго ехать. Мама, нам до Сочи долго ехать? Долго. Значит, давай. Или не возьму. Не знаю, ну, наверное. Возьми. Ладно. И сейчас, короче, буду. Будем уже выходить, я бы все равно будем выходить. Надеюсь. Не обещаю. И встретим еще чуть позже. Мы уже вышли. Вот мы идем. Я взяла с собой чипсики. Кстати, высоко поднялись. Ну сколько там поднялись-то уже? О, а смотрите, там снег. Интересно. Где? Там вот эта дорожка какая-то. Что интересно, это какая-то дорожка. Вообще, понимаешь, как высоко, я не вижу. Ну, смотри, вот так. Смотри, какой город. Я фоткать уже не хочу, я мёрзнуть начинаю. Вообще. И тут, кстати, дождик усилился. Сейчас здесь обогревателей нету, да? Установили бы небольшой, знаем уже то, что чем выше, тем холоднее. Ну, вообще-то предупреждаю, что люди Я говорю, вот все страны такие, типа, настроили вот эти сочинские, да, такие гостиницы, считай, все, столько денег в жопу. А сейчас на кнопке стоит, никому не нужно. Вот, видишь, подъем. Ну, на улице подниматься, видишь. Это еще класс. Тут еще какие-то дороги от этого. От машин. Да, подпустимся. Тут высоко уже, кстати. Еще там, в той местности, где проходили Олимпийские игры 2014, да? Да. 2014. Хорошо, ребят, классно. Я советую съездить в Сочи. Красная Поляна. Роза Хутор. Роза Хутор, да. Роза Хутор. Адлер. Все перебрала. Подробная информация. Ладно, встретимся позже. Жвачку ты жуешь, и ты это будешь выставлять?